У выставочной зале Музея истории Могилева зимовая фантазия от юных и сталых мастаков областного центра. Новогодний арт-проект представляет живопись коллекции музея, а побач презентация работ удельников конкурса декоративно-прикладного мастерства и дитячих малюнков на новогодние темы. Могилевский городский арт-проект «Зимовая фантазия» – это сполучение профессийного мастерства с творчеством юных. Цудовная зимовая картина ведомых могилевских мастачек Ленины Сиваковой и Веры Юрковой, а по соседству милые детячие малюнки с Дедами Морозами, зимовыми забавами и навод новогодними зайцами. Мы каждый год стараемся в выставочном зале сделать какой-то небольшой, интересный, по-новому дышащий проект. Здесь соединилось профессиональное творчество, да, то есть первые залы совмещают искусство профессионалов, профессиональных художников. И вторые залы – это творческие работы участников конкурса «Колеровая скорбонка», которое проводит Управление культуры Могилевского горосполкома, конечно же, с призами, подарками, завершением и так далее. У конкурса «Колеровая скорбонка» берут удел у всех, кто жадает. Только детей больше за 80. У основном это учни детячих школ мастерства областного центра. Их разностайные творчие работы – дурит святочный настрой. Обожаю рисовать зиму. А что такое есть красивое в зиме, что тебе больше всего нравится? Мне нравятся праздники. Мне нравится, что люди счастливы всегда, когда наступает зима. Мне нравится выставка, потому что она красивая. Дети и дорослые так само запрошаются на музейные занятки и майстер-классы. Могилевская майстрица Алена Вярменич научила выроблять анёла. Простая маленькая лялька выконывается в вязковом стиле за брызгом тканины с допомогой ниток без ножниц. Коли такого анёла зарабить своими руками, он обовязково принесет шмат радости у новом годе. Городский арт-проект «Зимовая фантазия» у выставочной зале истории Могилева протягнется до 16 студеня. С Новым годом! Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новини региона.